Реальный винил, а сегодня в основном виртуальный диджеинг покоряет танцполы в клубах. Как ни печально, но это самый популярный способ воспроизведения электронной музыки. Потому что самый простой и недорогой. Но в то же время по качеству и эффекту звучания он значительно уступает своим предшественникам. Диджеи, играющие вживую, собирают гораздо больше народа. Если такое случается, то это целое событие для ночного клуба. О нем заранее трубят афиши. И теперь это классика, основа жанра. Бывалые диджеи верят, что придет время, когда истинное искусство вернется на танцполы. А пока они обучают этому начинающих. Смотрите наш следующий сюжет и учитесь ценить настоящую электронную музыку. У нас есть два проигрывателя и пульт, двухканальный, допустим. Есть то, что играет на одном канале, есть то, что играет на другом. Что у нас должно получиться? У нас должны эти два трека играть ровно. То есть максимум, никаких задержек, ничего. Перед нами традиционный пульт диджея. Если бы здесь стоял еще ноутбук, контроллер к нему, лежала бы куча дисков с готовыми ремиксами, это был бы уже виртуальный диджеинг. А если бы пластинки крутились, то виниловый. Последний уже в прошлом. В Оренбурге на виниле играет только пара-тройка диджеев. Дорого это и затратно, а еще и очень сложно. Если ты ее не точно подогнал в наушниках, то она у тебя, скорее всего, будет уходить. А на виниле это гораздо тяжелее подогнать ее, потому что он либо раскручивается вручную, либо тормозится блином. Здесь надо знать откат, пластинки и все остальное. Преимущество винила и реального диджеинга перед виртуальным неоспоримы. Никакой компьютер не даст такого звучания, как живая музыка. Считается, что хороший диджей должен доводить публику до состояния экстаза. Но чтобы стать таким профи, нужно долго и упорно учиться. Есть несколько вариантов, как можно стать диджеем. Один из первых вариантов – это стать диджеем самому. Лично я начинал так. Я никогда не учился ни в какой школе. Я просто в определенный момент накопил на определенную сумму, купил себе аппарат, начал смотреть какие-то видео в Ютубе, учиться дома. И таким образом 4-5 лет назад я научился играть. Но это довольно-таки проблемный вариант. Многие не могут себе этого позволить. Менее затратный и более продуктивный вариант – пойти в школу диджеев. И одного желания для этого мало. Нужно набраться терпения. На первой стадии, когда придется прослушать курс лекций, и на всех последующих, когда потребуется много времени, чтобы набраться практического опыта. Казалось бы, зачем теория? Мы рассказываем про развитие электронной музыки вообще, как она появилась, какие стили бывают. Мы начинаем там с 80-х годов, крафтверк и так далее и тому подобное. Зачастую в клубах нет профессиональных звукорежиссеров и технических сотрудников, поэтому диджею, молодому, неопытному, приходится самому настраивать аппаратуру. Бывает, что за пультом стоит человек и никогда доселе не игравший, просто у него знакомый промоутер или владелец клуба. А бывает, что и знающему все азы электронной музыки сложно пробиться в резиденты клуба. Такое сплошь и рядом в Оренбурге. Дело в том, что у нас клубная культура еще в зачатке своего развития. Мало заведений. В общем, проблема не только в том, на чем и как играть, но и где. Но бывалые диджеи не падают духом. У них-то уже есть своя публика, опыт. Это раньше их пинали, кидали, а сегодня их зовут на танцполы и платят им все больше и больше гонораров. То есть в нашем городе уже образовалась та прослойка профи, которая теперь учит новичков. И не кликать по клавишам компьютера, сводя виртуальные треки, а крутить настоящую баранку.